Изменения коснулись той части КоАП, где говорится об обращении фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, а также обороте фальсифицированных биологически активных добавок. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Так, например, должностные лица, индивидуальные предприниматели заплатят от 100 до 600 тысяч рублей, а юридические лица будут наказаны за административные правонарушения с суммой в размере от 1 до 5 миллионов рублей. Или же им грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.